Сегодня нам в директ пришел вопрос о том, как же готовить горячий шоколад порционный Юлиус Майнл. Пойдемте, я вам покажу. Для этого нам понадобится молоко, горячий шоколад, питчер для взбивания, молочник для того, чтобы отверить, и, конечно же, фирменная кофейная пара. На самом пакетике тоже есть инструкция. Она, конечно, на английском, но тут все понятно. Содержимое пакетика нужно залить 120 миллилитрами молока либо воды. Пакетик 25 граммов. Ножницы. Дополнительно никакой сахар добавлять ничего не нужно. Высыпаем содержимое в питчер. Берем молоко, самое главное, оно должно быть охлажденное, 120 миллилитров. Доливаем молоко в сухую смесь. С помощью ложки мы размешиваем все комочки. Готовить мы будем с помощью парогенератора на кофемашине. Если у вас нет ее, это не беда, можно приготовить спокойно на плите. А до какого состояния, я вам покажу сейчас. Спускаем пар. Под углом обязательно. Если вы хотите горячий шоколад жидкий, только как он начинает загустевать, сразу отключайте. Если до состояния пудинга, то до пузырей. Разливаем в чашку. Сейчас мы приготовили жидкий горячий шоколад. Если вы хотите пудинг, сейчас я вам покажу, как проварить до этого состояния. Буквально пару секунд и выливаем. Если дать горячему шоколаду немного остыть, его можно будет кушать ложкой. А вот жидкий горячий шоколад. Он уже остывший, но его можно пить. Если у вас нет парогенератора, кофемашины с капучинатором, вы можете приготовить горячий шоколад дома на плите. Просто берем ковшик небольшого объема, также вливаем туда 120 мл холодного молока, всыпаем содержимое пакета, размешиваем и доводим на плите до готовности. Если вы хотите жидкий горячий шоколад, то как только видите, что пена поднимается, горячий шоколад начинает закипать, сразу же убирайте с плиты. Если хотите кушать его ложкой, как пудинг, то подождите еще 5 секунд, и ваш горячий шоколад получится превосходным. Приятного шоколадопития!